Всем здравствуйте. 17 января 2020. И продолжение темы по сносу аварийных домов. Ну, не знаю, в данном случае не похоже, что это аварийные, но тем не менее дома сносят. Значит, улица 40 лет октября. Это дом 10 перед нами. И тот дом ломается. Не знаю, какой он, 8 или 12. Пройдемся, глянем. Видите, да? Значит, видео, ну, на память, конечно, тем, кто здесь жил. Вообще, память о городе, о этих местах. Слышно, да, бьют стекла там уже, батареи спилили. Насколько я понял, тот дом сносить начали вчера. Сейчас мы пройдемся, поснимаем там немного. По поводу аварийности этих домов. Видим, да, дома панельные, в прекрасном состоянии, я напомню. То есть ни помарочки, ничего. То есть, возможно, они как-то пошли под реновацию, но, скорее всего, нет. Народ расселен. В городе, насколько я знаю, тоже никого не оставили. Всех. Да. Уж больно вкусненькое здесь местечко. Очень вкусненькое. Так и просится сюда, на этот пятачок. Дом, а то и два. Удобная инфраструктура. Школа рядом, детский садик. Станция, развязки, все маршрутки. Да, ведь совсем здесь недавно жили люди. Даже не думали, что их ждет впереди. Все это быстро здесь провернули. А, пластиковые окна вытащили. Ну, что тут дом под сносом тут сейчас шуруют. Или, может быть, материал сортируют, чтобы мимо слома. Вообще, это, конечно, не наши дома, которые там снесли. С панельными, конечно, придется повозиться. Два экскаватора. Здесь, я насколько понял, копали и отключали газ. То, что прощай дом 40 лет октября, дом номер 10. Да, кабель. Вот такая вот картина. Кому ванна нужна? Полтора метровка, советская, чугунная. Кто-то приготовил. Или на металлолом. Замечательные дома. Ребята, это аварийный дом ведь, да? А? Аварийный дом? Да, уже смотрим. Да я знаю. А почему он аварийный, когда он в нормальном состоянии? Не, вот забор ставили. Ну? Уже ломать начинает. Да я знаю, знаю. А почему, почему он аварийный-то? Он в прекрасном состоянии. Хотя не ко мне. Понятно. Сказали аварийный. Все. Ну да. Не заселили. Только не квартиры, сюда. Квартиры дали? Уехали отсюда, да. Далеко. Да. То есть это сейчас следующий пойдет, да, по слову? Вот это. И еще где? Еще не знаю. Они то есть сказали, туда дальше пойдете? Ну, на Симферопольскую сказали, туда? Да, да, должна быть. Ага. А вот это два сказали. Ну понятно. Ладно, спасибо, спасибо. Вот слышали, да? А дальше, дальше вот там, Симферопольская улица, вот она идет. И там вот пятиэтажки. Все это, в принципе, там люди уже знают.
что их будут сносить, хотя в домах сделана реновация. То есть покраска, замена там железа, оцинковки, в общем. Так, ну что, вот такой этот дом был. Аварийные. Надо придумать. Кстати, тут как не вспомнишь. Видео было Алексея, сейчас не помню. Здесь. У меня там есть. Называется видео Щербинка «Аварийные дома» с восклицательным знаком, где он показывает, автор видео, где показывает заключение комиссии по аварийности домов. 100%, короче, да, все 100%. Это что касалось улицы Мостотреста. Вот, а на самом деле проводилось, я уж там, ну, на самом деле там тоже есть, дают интервью, независимая экспертиза, люди деньги платили. Не более 25% износа. А здесь так вообще панельные дома отличные. Да, вкусненькое местечко, вот и весь ответ. Вот смотрите, как здесь. Поставят здесь 2-3 дома, а может быть и 4. То есть это будет микрорайон. Еще отдельный. Вот это все тоже под снос. Там дальше пятиэтажки. Вот слева тоже сейчас покажу немного. Что касается самой улицы Мостотреста, я там как-то снимал с месяц назад. Я застал только один сломанный дом. Вот, пока там еще активного такого ничего не было. Надо будет потом сходить глянуть. Да, яблони. Да, люди раньше сажали, вот смотрите. Все здесь, знаете, как здесь весной, летом, в парке, то есть зелень все утопает. Да, вот такой же дом, точь-точь, четырехэтажка, вот тоже точь-точь такой же дом. Их всех ждет та же самая участь. Насчет вот этого пятиэтажного, ну, скорее всего, тоже, хотя дома... В прекрасном состоянии все. Да, вот Симферопольская 2. Вот впереди дом. Скорее всего, это тоже пойдет под снос. Тут вообще место шикарное. Это 2А кирпичневый. А потом с кирпича сейчас ведь уже не строят. И вот здесь Симферопольская. Вот эти дома, видите, сделана реновация. И вроде бы я слышал, жильцам уже сказали, что дома будут сноситься чуть попозже. Торопятся они, торопятся. Это Симферопольская 3. И дальше туда, судя по отчетности, нечетности, 5-й, и там дом кирпичный, я туда не пойду. Что, давайте чуть-чуть здесь еще пройдемся. Вот, собственно, все и видео. Три А, три Б, вот они, три эти дома, и тот. Видите, ну, сделан, в принципе, неплохо. Подмазали, подкрасили, жестянку поменяли. Вот, довольно быстро. Ну, вот, наверное, вот такое видео по сносу. И вообще, что происходит вот сейчас, на сегодня, 17 января 2020 года. Город Щербинк. Зима, видите, у нас какая? Вроде снежок выпал, сейчас опять все растаяло. Тут вчера или позавчера дождь поливал, да еще такой, что
как летом. И сейчас плюсовая. Потому что вот такая у нас нынче зима. И вот такое состояние дел. Людей расселяют, но никого в городе не оставляют. Расселяют, я повторюсь, дом 3Б. Расселяют, значит, Московский. Это в сторону Внуково туда. Пролетарка. В те края. И Чечерский. Еще куда-то, не знаю. Вот 3В дом. Очень удобное место. Вот. Ну что ж, отсюда я говорю вам до свидания. Всего самого наилучшего. Доброго. Всем пока. Возможно, будет продолжение, если появятся новости. Вот. Всем пока.